не все студенты академии, кто занимался у наших профессоров, получили возможность играть на заключительном концерте. Профессора отбирали лучшие и интересные работы. И сейчас выступят двое подряд, конечно, не вместе, выступят двое котлашан. Бах! Маленькая прелюдия до минор исполняет Дарья Нюхина. На протяжении 10 последних дней ученики и педагоги Гаммы, а также приезжие музыканты из разных уголков России оттачивали свое мастерство под руководством именитых солистов и преподавателей. Скрипка, фортепиано, виолончель, хоровое пение и работа в оркестре. Некоторые классы были буквально переполнены желающими, что настроило организаторов на будущей академии приглашать еще большее количество профессоров. Мероприятие однозначно станет традиционным. В прошлом году это мероприятие проводилось за счет только областных средств. Мы сделали все от себя возможное, написали проект, вошли в программу «Котлас культурный», выиграли максимально возможный грант. На этой академии, на второй, уже нет пустых классов, уже нет пустых банкеток и стульев, везде слушатели. Да? То есть это надо, это полезно, это потом проявится в наших детях. Главный плюс Академии в том, что простой ученик музыкальной школы имеет возможность получить мастер-класс от профессоров консерваторий, увидеть своими глазами высший уровень исполнения, узнать секреты профессионалов. Опыт этот неоценим не только для учащихся Гаммы, но и для педагогов, а также профессиональных музыкантов. Для нас это общение. То есть мы находимся в некой такой неформальной обстановке. Здесь нет такого четкого разделения, как в учебном классе консерватории. Здесь все могут ходить друг к другу. Здесь могут смотреть за работой друг друга. Порой в столичных школах бывает так, что люди считают, что они уже что-то знают, и как-то вот этот процесс поиска и достижения каких-то новых результатов, он немножко тормозится. А здесь люди жаждут, здесь они горят, поэтому очень приятно. Приятные впечатления у профессоров, приятные у слушателей академии и зрителей, посетивших концерты, плюс удобное расположение Котласа с точки зрения транспортной логистики, заинтересованность властей и организаторов в развитии мероприятия. Все это аргументы за то, чтобы летняя академия в нашем городе стала мероприятием ежегодным. А что касается масштаба, так он уже российский.